Спасибо. Я рада, что это настоящее шампанское. В наши дни многим, даже выдающимся людям, подают сидр. Я не пью немецкое вино, тем более во время войны. Это благородный жест, Стивен. Неужели это Оливия? Она выглядит восхитительно. Великолепное черное платье. Многие женщины в трауре выглядят уныло. Перестань, Элеонор, перестань. Ты слишком язвительна. Этих парней постоянно убивают. Вовсе нет. Военные просто обожают войну. Я получила письмо от Джулиана. И что? Шампанское, сэр. Он пишет, что это похоже на пикник. Никто не ворчит, если он испачкается. Дорогая, это не похоже на Рождество. Нет, ужасно скучно. Отцовский бизнес пришел в страшный упадок. Все договорились, что французы и немцы не будут трогать железную руду в Эльзас-Лорен, пока какой-то идиот, французский летчик, не сбросил на них бомбу. Дорогой, это ужасно. Что случилось? Его отдали под трибунал. Чудесно. Да, мы надеемся получить контракт на каски. Они нужны всей армии. Как мило. Я попрошу Нанни что-нибудь связать. Перчатки и все такое. Неплохая идея. Мы отправим посылку сыну шофера. Сухой паек, табакерку, компас и немного тоника. Прелестно. Согласен. Смотри.